Безработица в Чувашии находится на историческом минимуме и составляет, по данным Чувашстата, 3,3%. Об этом рассказала сегодня министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова. По России этот показатель равен 3,9%. Ситуацию министра охарактеризовала как стабильную и отметила, что серьезных рисков ее ухудшения до конца этого года нет. Служба занятости Чувашии с начала 2022 уже трудоустроила свыше 19 тысяч человек, 77% от числа тех, кто обратился к ним в поисках работы. Около 1200 безработных получили дополнительное профессиональное образование, 472 из них уже трудоустроены. Среди наиболее востребованных программ обучения – управление персоналом, охрана труда, компьютерная графика и дизайн. По данным, на начало сентября работодателям Чувашии требовалось более 25 тысяч сотрудников. Средняя предлагаемая зарплата – 24 тысячи рублей. Также отметила Алена Елизарова, служба занятости ориентирована на превентивную работу с компаниями, которые оказались в сложной ситуации. В такие предприятия организуют выезды консультационных мобильных бригад. По словам министра, сейчас в общей сложности более 800 работников в республике находятся в режиме неполной занятости, простоя или под риском увольнения. С целью сохранения занятости работников в условиях внешнего санкционного давления, помимо традиционных форм активной политики занятости, введены дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. В настоящее время 235 предприятий республики подали заявки на участие в данных мероприятиях. А в рамках этих мероприятий трудоустроено 2062 работника, находящихся под риском увольнения на временные и общественные работы.